Добрый день, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите новости на канале Инста-ТВ. Объем строительства в еврозоне снизился на 0,1% в феврале по сравнению с январем, что, впрочем, не стало препятствием к сохранению достаточно уверенного годового роста. Третий месяц подряд объем строительства в еврозоне увеличивается. В январе рост ускорился до 8%. Февральский результат в 6,7% также намного лучше показателей прошлого года. В отчетном периоде объем строительства зданий снизился на 0,4%, что и стало причиной замедления. В то же время гражданское строительство выросло на 1,1%. Развитие стройиндустрии продолжается в Испании и Германии, в то время как Италия и Португалия фиксируют спад. Впрочем, индикатор не оказал значимого влияния на курс евро. Единая валюта сегодня слабо дорожает, отыгрывая часть позиций, утраченных во время праздников. Аналитик компании Инстафорекс Сергей Костенко ожидает консолидации евро в районе отметки в $1.38. По мнению эксперта, отсутствие четко выраженных признаков роста как в строительном секторе, так и в остальных отраслях экономики еврозоны и разговоры о грядущем смягчении монетарной политики ЕЦБ сделали свое дело. Вы смотрели новости на канале Инста-ТВ. Всего вам доброго и удачной торговли!